Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Afterbrood. Ну вы поняли. В общем, я смотрю, тут почему-то при переносе сохранения из прошлой версии игры в эту, у некоторых персонажей пропали прохождения пройденных уже режимов. Вот не пойму, что бы это значило. Ну давайте для примера, я так понимаю, что мы тут не прошли что? Темную комнату на сложном уровне. Давайте пока на нормале попробуем. Значит, проверка. Пробуем пройти темную комнату. Это значит там где лэмп. Чудо персонажем вот этим. Это наш чудо персонаж. Азазик. Вот так вот. Какой-то он такой. Халявный персонаж. Ну, ему нужно дальность стрельбы увеличивать. Или получить серу, ту самую, которая... Ну, сера. Ну, кстати, эта ярость тоже, пожалуй, не повредит. На тебе все. Всем на. Это мы на нормале. Окей, как ты попал-то, ты гадкий червь. Ну, все такое. Помощница, что там? Сестричка Мэгги? Какая она страшная. Слушайте, когда мы играли за Мэгги, она была как-то лучше. А как ты попал? Меньше надо базарить, надо правильно все делать. Вот, помощник. Сейчас еще одного дадут. Или повышение здоровья, что было бы лучше. О, так мы же можем отсюда их... Здрасте. Привет! Ну, что такое? Заряжаемый выстрел ненавижу. О, как ты его задеваешь все время? Ну вот, хорошо. Повышение дамага и здоровья. И надо, кстати, тут на красные сердечки переходить, потому что вот... Да, они хотя бы получше возобновляются, чем черные. Так, вот так. Тут надо две бомбы, и у нас их нету. Кстати, надо ключ, и у нас его нету. Не-не-не-не-не. Вот сюда, в центр комнаты. Ладно, бомба уже есть, но... Ключа нет. Ну да, ключ. И там надо не две бомбы, а по сути три. Ведь там еще бомба, чтобы взорвать секретный проход. Так. Ну, зато халява. Есть полет и... Как бы сера. Как бы... Ну, маленькая серка. Монетка, наконец у нас появилась. Что дают бомбы? Камень с крестиком, отлично. Камень с крестиком дают, берем, чё нет. Ну, и на этом спасибо. Так, что нам надо? Ключа до сих пор нет. Не, ну в теории можем поискать секретную комнату. Есть парочка бомб. Тоже типа демон. Ты не демон. Вот у нас тут супермощный демон. Азазик. Азик. Как оно звучит противно. А вы как думали? Тут демонические силы тут. Ой, это что? Он не провалился в дыру, потому что летает. Вот так. Летающий демон. В разы круче. Увеличение дамага. Отлично. Гвозди какие-то. Это что? Нечистый. Ты что такую-то ерунду даешь? Лапка. Бесплатно берем. Ну, правда... Ну, вдруг мы соберем еще, например, кошачьих артефактов и, ну, будет... Что будет? Будет он еще и мухами стрелять. Вот что будет. Нужен ключ. А ключа-то и нет. Зато есть бомбы, можно сходить в эту самую комнату. Ну, давайте мы вначале... Ага, понятно. Пробуем сходить в эту самую комнату. Ну, там же что-то будет хорошее. Ну, да, тут проход... В
Следующий уровень. Ну, спасибо. А спать не пускает? Отлично. Ну, такое. Ладно, предположим, в теории, что тут секретная комната. Она тут есть. Но нам не дали самое главное. Еще одну бомбу. А жаль. Тогда бы мы могли зайти хотя бы в магазин, купить ключ. Если там есть ключ. Бомб больше нету. Ничего больше нету. Остается только идти дальше. Жалко, но ладно. Демонический демон не боится такого. Конечно, гвоздь. За два красных сердечка. Это не круто ли им? Это им слишком круто. Да, обычный подарок. Да-да-да-да-да. Здрасте. Вот поэтому и не люблю заряжаемый выстрел, что пока зарядится, а тебя уже и стукнули. Какой-нибудь гадкий червь. Еще один. Ах, ты подлый какой. Ладно, что дают? Повышение здоровья вот так. Это того стоило. В принципе. Кстати, можем еще раз, я забыл, залететь в комнату с шипами. Там что-нибудь съесть. И телепортироваться. Почему карта фул? Потому что это персонаж для игры тем, кто фул. Так что ли? Намекает, что я дурачок. Спасибо. Ну да, вообще-то персонаж такой. Ну не скажите. Вроде бы сера, но она маленькая, от нее толку не слишком-то и много. Так, как бы его так выцепить, чтоб... Ах, так и знал, что заденут. Ненависть. Батарейка. Батарейка. Иди сюда. Вернее, стой дальше. Во как. И чё? Ну, типа, классно. Ну, теперь-то ключи есть, вот так. Брать нечего. Фонарик можно взять, но... Но как-то нет. Ну, кстати, артефакт. Что это такое у нас? Наводящиеся бомбы. И ключи кончились. Что вы за зло такое со своими ключами? Это мне надо теперь ключ покупать. А мы, давайте мы его не будем покупать. Вдруг выпадет. Идите сюда. Вот так. О, белое сердечко. Надо не забыть после босса. Обязательно вернуться. Фух. И серое сердечко, и босс. Между прочим, такой босс, я бы сказал. Как он сюда попал на такой уровень? Не, ну типа, все-таки у нас демоны, боссы такие же. Вот это не радует. Что это? Зачем это? Нет, ну мы возьмем, типа, подержали, но... Зачем она нужна, эта гадкая книга? Ну серьезно, она не очень... Белое сердечко, не забыть взять. Ну, я-то, собственно, за ключом. Там еще есть комната, может, в ней будет ключ. Так-то нам надо два ключа. Почему два? Один тут. И один там пригодится.
в следующем уровне. Конечно, все началось, началось. Сколько же их тут? Мухи. Вот, можно сюда влететь и картой выйти. Так и сделаем, но вначале добьем все комнаты. Только для того, чтобы ключ найти. Чувствуем, мы вот этим маленьким язычком серы ничего ты толком и не сделаем. Ой, да ладно. Еще червяк выпал вот сюда. Кошмар. Ну хорошо, заходим, смотрим. Серое сердечко. И телепортируемся. Спасибо, не надо. Ну и все. Что еще? Ключ надо купить. Два. Может и не надо особо так. А что два? Тут один есть. Это же не тот магазин, где, как в жадности, что появляется все и больше и больше. Да, точно. Ну, хотя бы монет вернули чуть больше, чем было до этого. Так что, ну, хорошо. Белое сердечко. Где-то тут, конечно, наверняка даже есть комнаты секретные. Давайте попробуем поискать. Ну, хорошо, еще одна секретная. Где может быть? Ой, тут тяжело сказать. Вот серьезно. Ну, может быть... Да где угодно. Тут может быть вполне. Тут такой как раз уголок. Нет, не может. Тогда может быть тут. Ну это в теории. Больше искать нет. Ну и конечно тут может быть. Ладно. Если тут со всех сторон нормальные комнаты, то возможно она тут и есть. Хорошо, давайте попробуем тут. Ну... Вот. И, собственно, тут ничего хорошего пока не наблюдается. А, возможно, и вообще... Ну, хорошо. И неплохо. Ну, конечно. Серое сердечко поменять на бомбу – это хорошо. Но мы-то потратили больше бомб в поисках этой комнаты. Книга у них. Ну, хотя бы здоровье уже 3 сердечка, это... Да, это вот приблизительно как вот то, что тут нарисовано было. Маловато, надо больше. Больше! В бой не пускают, что за злые люди? Монстры. Тут надо дальность стрельбы развивать. А, спасибо, попали. О, как! Ну как, если мы взорвем это все? Хорошо. И неведомая пилюля. Визард. Но она не работает тут. И ретровижн, которая спасибо не надо. Опять пиксели. Уберите эти пиксели с экрана. Вот и ключик. И покупать ничего не надо было. Давай, 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 давай. Есть. Ой. Я аж растерялся от таких пикселей. Что дает? Не помню. Ну, конечно, это новая тренька. Poop in the environment will now explode. Ой, нет. Фекальки будут взрываться. Ну, те, которые кучки. Ну, которые неподвижные, в которых может быть монетка. Да как ты задел это по диагонали его? Гадкая... Да. Ну, бывает.
Ну вот как-то так. А если бомбу поставить прямо в середине, заденет всех или нет? Зачем? Ну, мало ли. Интересно, может тут секретная комната? Одна бомба осталась. В принципе, может быть. Вот и бомбы. И там какая комната? Бой. То есть нас даже тут в бой могут пустить. За серый сундук в бой? Ну, спасибо, спасибо. В другой раз. Без нас как-то. Так, обычные игровые автоматы. Хотя вот этот может... Стоп. Сначала магазин. Вдруг мы что-то купить полезное можем. То, что он там все деньги выжрет и может ничего не дать, это да, это бывает. Или какой-нибудь дурацкий артефакт, который вообще ни о чем. Что дают? Уменьшение скорости. Вот этого-то мы и ждали. На самом деле тут ничего особого нет. Ну, сумка, которая... Когда персонажа бьют, что-то может выпасть из него. Ключ теперь надо. Вот и хорошо. Пилюли-генератор. Вот это еще неизвестно, хорошая ли эта штука. Что нам сгенерирует? Пилюлю Визард. Как здрасте. Ну, как-то так. Пошли попробуем что-то у этого попрошайки выбить хорошее. Вот ты, да, ты. Давай. Вот. Другое дело. Еще, конечно, тут бы можно было попробовать что-то выбить. Но для этого надо кучу сердечек, их что-то не наблюдаю. Да и потом там может выпасть что-то вообще дикое. Ну, из автомата по сдаче крови. Ух ты, ё-моё. Ну как за дело-то? Как их убивать, вот, если они задевают на ровном месте? Опять! Еще это фекалия тут с мухой. Как-то так вот на отлете надо. Эть. Ужасно. Это кошмар. Так что, почему не черные? Неведомая причина. Сэр. Ну, ничего толкового нет. Ну, там где-то босс уже. Ну вот. Итого пошли к боссу. Таки попал. Грибочек. Все характеристики повышены. Отлично. Правда, и харя стала шире. Щит. А, нет. Я не хотел бить ангела. Там появилась бомба специально. Вот так вот, вот, да. Ух ты. Ловко умеешь. Половинка ключа. Ну, здорово. Такое. Обидно. Но повышены все характеристики, а значит и дальность стрельбы, а значит и дальше он чуть-чуть этой серой шмаляет. Хоть что-то. Теперь еще вспомнить, что я хотел. Что я хотел?
Тут что-то хотел. А, вот что я хотела. Ну, давай попробуем. Раз. И два. И дает нам... Нет, такое нам не надо. А ну, сердечко давай. Ну, что ж ты его не убила? Тупое создание. Все. До свидания. Какие они злые и нехорошие. Уходим отсюда, нас не любят. А, демон. Может обойтись и без этих ваших человеческих чувств. Вот такое. Так, ну у нас остается еще два уровня до мамаши. Ничего критически полезного нету. Ну, щит. Типа... Хотя бы теперь при взрыве в дюнделе не дадут. Взрыве слезками. А так-то... Ну вот, здрасте. Да как так-то? Гадкие вы все. Они. Глянем. Ну, как бы да. Типа на халяву возьмем, но... Но... Как-то не очень. Большой очень. Где же эти самые пилюльки, которые уменьшают размер? Где они? Чё там? Ничего, пустая комната. Почему такая странная комната? Возможно, там секретная, вот там. Там. А может и нет, а может и да. Вот и нет. Ну нет и нет. Такое. Здрасте. Каменная башка. Ключик пока еще нужен, да. Но через один уровень уже будет ключик до лампочки. Ключик к лампе. Ха-ха-ха, щит. И не ждали, а у меня тут щит есть. Ангел дал. Ну, правда, потом пришлось его убить. Но это кто-то подстроил. Солнце. Это что, отличивает? И показывает все на уровне. Ну, отличивать пока еще рано. Все на уровне. Вот мы видим секретную одну комнату и, в общем-то, весь уровень. Ну, пошли глянем. Секретную комнату все-таки. В которой? Да ничего особого и нет. Но хотя бы взрывы уже не задевают, если так чуть-чуть ближе к ним стать. Здрасте. Ну, она же не одна. У мамаши две руки. Как минимум. А то и больше. Ну, что это? Осьминог. Ха-ха-ха-ха. Турельки. Три красных сундука. Это типа круто. Хорошо. Ну, это мы где-то уже слышали. Буквально на днях. Хоп. Здрасте. И этих тоже видели. В принципе, за три сундука красных, может, и неплохо. Лишь бы там что-то хорошее было. Ну, как-то же его... Что ж... Ой, да ладно. Короче, отстойные сундуки. Вот, да. Ай, паук. Не понял, откуда выскочил паук. Понял, я все понял. Так, все.
Ну, как-то так. И ничего не дали. Жадные. Дали дурацкий мешочек, который что-то там иногда дает, когда хочет. Или денежку. Где же камень с крестиком? Пора бы появиться. Неведомая пилюля, конечно, жрем. Полное здоровье. О, тана. Синяя пилюля. Надо запомнить, может где-то попадется. Хорошо. Вообще прекрасно. Кажется, будет еще один магазин. О, там-то затаримся. А если там не будет супер жадности? Или какая она там? Супер жадность. В общем, все взяли. В секретной комнате побывали. К боссу. Это что за сундук такой? Подождите, он с шипами. Я не хочу его брать. Сундук с шипами. Дожили. И сердечек нету. Ну, как так? И босс такой злой. Сейчас жахнет где-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как-то так. Восьмерка. Быстрее стреляет. Вот нам стрельбы-то не хватало. Джадмент, что такое? Это попрошайка еще. И сердечки просит. Тут хамло. Так, тут что? Ну, была бы серая, я бы еще, может, и взял. Ну, так и что? Помощник? Книга. То не одно, то другое. Ладно. Уходим отсюда. Нас здесь не любят, но зато у нас на магазине есть денежка, а в магазине может быть что-то хорошее. Или не быть. Или не быть. Игровые автоматы обычные. Кстати, бы еще мух набрать. Вместо маски щит. Хорошо. И три мухи было бы классно. В теории. На практике-то, черт его знает. Давайте пока возьмем фекалию эту. Ну, вдруг попадутся фекальки, так, которые, ну, вы поняли. Может, с них что-то, каких-то денежек соберем. Точнее, подозрение, что мы их не найдем столько, этих фекалик. Вот эта пакость плодит их. Все вроде, да, все. Что за ком-то? Не пускают в бой. Ого. Окей. Ой, там пилюлька была. Артефакт. И это крест. Что-то там защищающее. Не помню, что то ли щит накладывают, то ли еще что, когда попадут. Ну, пусть будет. Почему нет? Пилюля с эффектом... Кошмар какой-то. Пакмен. Ангело-демонический Пакмен. Вот такой что-то страшное. Ну вот. Магазин. Наше дело найти магазин. С такой кучей денег. Без магазина никуда. Ать. Ну что, еще больше денег. И там будет какая-нибудь супержадность. Вот. Ну, наверняка. Здрасте. У нас тут своя супержадность. Сколько их много? Блин. Это уменьшает цену сделки у нечистого. Ну, поскольку фекалий я что-то не наблюдаю. Значит, и деньжат из них не сильно тогда будешь. Уже возьмем ее. Да, и тут есть сундучок, кстати, который удваивает помощников. Но у нас помощников аж один. Даже не знаю. И какая-то зарядка. Ну, это такая
за счет сердечек заряжает артефакт. Блин. Будут ли еще помощники? Это вопрос. А кошачья лапка, по-моему, будет получше. Ну, может, я не прав. Может, тут секретная комната? Нет. Так что вполне, что и не прав. И что теперь делать-то? Ну, давайте что? Что мы тут можем доделать на этом уровне? Куча денег. Наверное, пойти в игровые автоматы и их там спустить. Такое. Может, будут мухи. Еще какая-то заряжалка. То есть сюда не надо было идти. Так и знал. Какая-то обманка. Ух ты, елки-палки. Да ладно, как задели-то? Два раза. Бомба, конечно, бомба. И еще задело. Пойти пока щит. Оп, вылетели. Ну, хоть что-то. В смысле, ничего хорошего. И тебе камень с крестиком. Где он? Ну, ладно, давайте, может... Может, тут что-то повезет-то. Я уже вижу. Везение прям... Эпическое. Мухи, может? У тебя что есть? Что у тебя есть? Бомбы. И тут мухи. Блин. Серое сердечко. Пилюля с эффектом. Себе оставьте такой эффект. Уменьшение скорости. И так как-то не очень. Ну еще сердечко. Это хорошо. Это вкусно. Вот и муха. Надо еще. Ну, хотя бы две. Одна классно, но две надо. И три это оптимально. Тогда можно идти всех мочить. Пилюля. Муха да не та. Вот почему есть мухи хорошие, а есть плохие. Уж надо близко стоять с автоматом. Так, уже пилюль нападала. Давай. Эть. На вот дуст. Ну, мог бы... О, белое сердечко. Вообще бомба. Ну, мы, скорее всего, не. Не пронесем его до конца босса. Будет мамаша, и она будет злая. Хотя, кто знает? Кто знает? Все, типа деньги кончились. Деньги кончились, говорите. Так, у нас есть раз, два, три с половиной сердечка. Три. Это же что? Повышение здоровья. Именно это я искал. Хорошо. Теперь пилюля с эффектом. Понижение удачи. Как к месту. Вот это внезапно. Ну ладно. Вот это что за пилюлька с эффектом? Меньше. Вот, это хорошее. Это в тему. И у нас остается еще вот всякое и белое сердечко. Ну еще 13 монеток. Может парочка мух выпадет. Ой, ну еще одну. Муху. Это же просто.
Все, нет, еще не все. Еще есть несколько монеток. Серое сердечко. Хорошая, кстати, пилюля. Возможно, ее и взять. Давай, давай. Муху. Нету, больше мух нету. Ну и монеток нет. И что? Дальше, дальше идти к боссу. Босс тут будет мамаша. Мамаша, ну, это печаль. Хотя, ну, посмотрим, посмотрим. Ух ты, какие быстрые. Куда вылезете? Да Айзек, Айзек. Слышали? Вот так и надо ловить, когда вылазит ее часть тела. И туда, ать, не успеваю. Значит, надо уничтожить противников. Ну, отлично. Нам надо что пройти по черной ветке до самого-самого лэмба. Тут что дают? Косу? Так она тут не действует. Ну, стоит одно красное сердечко. Ну, усиляет дамаг. Я так думаю. Но одно красное сердечко. Ну, пожалуй, мы его возьмем. Все равно одно красное сердечко. То же, что и было. Время зарядки такое же, как и было. Но дамаг должен быть больше. А сердечко сейчас опять накинется, то, которое было. Да, да, да. Так, теперь что? Теперь нам надо просто прорываться к боссу. Как-то вот так. Здрасте. Здрасте. Привет. Это что было? Это было что-то злое тут было. Не то чтобы было, оно до сих пор есть. Что-то мне подсказывает, что время перезарядки увеличилось. Ну, может и нет. Кажется. Стрэндж. Нет, спасибо. Ух ты, сколько их тут. Вот это злое. Да не все злые. Здрасте. О, только это можно помощником. И так сойдет. В бою нам предлагают красный сундук, который окажется какой-нибудь дикой, ненужной вещью. Так и есть. Ну ладно, их будет два босса. Ну как так, я же нажал. Перезарядка. Все. Еще Локи. Ну, чтобы было совсем веселей, еще и Локи. Все. Может, еще дадут что? Пилюльку дадут. Power Pill. А, понятно. Это же у нас сразу не выпало, когда боссы были. Ух ты. Они красные пятна по полу пускают. У нас летающий персонаж. Что вы себе там возомнили? Давай. Эть. Попалась. Где же уже этот босс? Комната. Как раз два ключа. Два ключа. Хм. Ну, глянем. Двоечка, двоечка. Да что угодно может быть. Как хорошие, так и как обычно. Могли бы монет-то выкинуть тут. А
Хотя зачем они нужны? До свидания. Нет, я заберу. Мой язык вот этот пока оставим. Он еще может пригодиться. Вдруг мы что-то попробуем опять прикупить в сделке. Она должна быть, потому что... Как вообще тут можно было? Ладно. Потому что вон козлиная башка есть. Ой, а чё один такой большой? Он злой. Я его боюсь. Уже нет. Что такое? Почему? Что за дыры? Ну вот и все. Magician. Отличная вещь, но только... Спасибо, не надо. Нет, если была бы сера... Отличная, такая большая... На все деньги. Можно было бы и Magician взять. Так, как его уничтожить? Да вот так. У нас щит. Чего бояться? Это какая-то тринька новая. Забыл, что делает. Надо смотреть. Так, триничка, сердечко. Когда одета, исцеляет половинку красного сердечка. Всегда, когда используется ключ, чтобы открыть дверь. Или золотой сундук. Ну, не знаю, что это такое. Пока не надо. Да и вообще, наверное, не надо. О! Блот. Ну, что могло быть? Смотрите-ка, он... У него, типа, есть то же, что и у нас. Вот так. Съел. Повышение здоровья. И опять нету того, что надо. Надо было серой, ее нету. Хотя все цены, благодаря, наверное, языку, снижены и стоят всего одно сердечко. Вопрос. Брать это или оставить язык? Давайте пусть язык пока останется. Может, еще какая-нибудь сделка такая попадется. Так, тут будет мамаша. Вернее, вторая часть. Вот так вот. Проклятие... потерянности. Мы не видим карты. Ай-яй-яй-яй. Какие противные создания. Еще и турельки от них остаются. Ну, вообще, да, видно. Вот уже, правда, их всех сжарил. Спасибо. Бомба. Видно там, когда они ползают, что у них кусок-то черепа торчит. Какой? Батарейка. Нам надо батарейка? Пока нет. Уходите. Ха-ха-ха. Гадкий червь. Так, и что? Где сердечки брать теперь? Ну, точно не тут. Ну, это внезапно, на все стороны, я не ожидал такого. Опять обман. Что такое? Почему монетка не берется? Это почему? Как так? Нет, серьезно, что это было? Может, она в какую-то странную дырку попала? Вот это был баг. Я такого еще не видел. Да как вы... Что вы позволяете? Слушайте, а как нам пополнять сердечки? А, вот так. А, ну, чаще бы.
таких сердечек-то пополнять. Я тут посижу. Во-во-во, подходите побольше. Вот. Вполне устраивает. Больше, ребята, я тут. Цыпа, гуля. Еще, давайте. Где вы там? А, мы вас ждем, да. У нас тут вкусная сера. Все, что ли? Импресс. Хорошая вещь. Ну, нет, мы берем пока защитные. Ну, где же... Где? Камень с крестиком. Почему я его не вижу? Что-то со зрением? Или его тут нет? Его тут нет, конечно. Обычные игровые автоматы. У нас по-прежнему две мухи, и можно попытаться третью получить. Давай, третья муха. Две, конечно, классно. Спору нет. Лучше две, чем одна или чем вообще нету. Но надо три. Три или, скажем, две мухи и какая-нибудь еще орбиталочка. Денюшка-то кончилась. Это какая-то плохая пилюля. Сейчас узнаем. Вот была муха, но не та. Ах. О, понижение удачи. Нет, спасибо. Эту пилюлю себе оставляйте. Не хочет расставаться с нами. А вообще-то нам бы еще получить сердечек. Очень не повредило это. Намекает, что взорви бомбой соседние. Там мы сейчас так и сделаем. Вот, сердечко. А вот еще и серое. Ага, серое. А, но монетки кончились. Ну, подумаю, может вернемся, а может и нет. Попробуй запомнить, где это все происходило. Карту-то не видно. Где босс, не ясно. Ух ты как. Кошмар. Кто такое придумывает? Ну и что, опять не видно? Опять не видно камня с крестиком. Сколько камней, а с крестиком нету. Ух ты, они еще и взрываются. Но зато не убиваются. Вот это радует. Еще денежка. Вот и дошли до босса. Так я что-то не помню, это что за босс-то будет? Это уже мамаша. О, да. Мамаша, это, конечно, классно. На, надо... Давайте еще эту монетку попробуем. Где был игровой автомат, это не помню уже. Где-то тут вверху. Тут? Давай, муху. Точно не муха. Ну, можно будет пополнить здоровье потом. Потом. Угу. Ну, вот еще может тут? Нет, ну-ка. Тогда здесь... Да, так и думал, что ни тут, ни здесь. И сейчас будет плохо. Почему плохо? Потому что четыре вот этих глаза. У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. Сейчас надо зарядку произвести. Ну, в смысле, зарядку серы. А вот у нас щит. Обломись. Ну, так как-то и прошли. Ты нам сдался зачем?
Отлично, камушек, хотя и от башки бы не отказался. Потому что вот хоть что-то было бы дальнего действия. Так, ну вот, у нас больше боссов нет. Сера стала какой-то черной, нам надо сюда. Я не уверен, что мы дойдем так далеко, что прям пройдем, но... Или вот так. Или вот так. Окей, сюда залетать не будем. В бою предлагают два серых сундучка. Что? Ну дай что-то. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну хотя бы тут честно. Сера против серы. Что ты какой? Прям рвется на волю. Нет. Powerpill. Это будет Pac-Man. Нет. Вот такие же пакости будут на нечистом. И вот она взрывается. И так прям... Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, блин. И перезарядку жди теперь. Ну ладно. Magician. Это, конечно, классно. Но сера маленькая. Хоп. Это что это? Опять Power Pill. Ну, можно было бы, конечно, использовать где-нибудь вот тут. Ох, он не успел хотя бы свои запустить косы. Уже хорошо. Ну вот, сюда куда-то. Даже не знаю, но пусть... Типа Power Pill попробуем. Здрасте. Ну как здрасте? Сейчас тут появятся ребята. Ну конечно! Ну и началось. Ноги. Так. С другой стороны у нас есть Power Pill. И как-то... Ну, не знаю. Power Pill не, вообще не оправдал никаких надежд. Лучше... Да ладно эти пиявки, козявки. В таком количестве... Вот как-то так. Хотя бы... Так, не понял. Это сундук, чтобы дальше идти, наверное. Какой еще сундук может быть? Сейчас мы соберем все сердечки, возьмем... Ну, карту мы не возьмем, мы возьмем пилюлю, которая поможет нам где-то там. Тарам-пам-пам-пам. Ну-ка, секретная комната, появись. Нет, ну тогда тут. Могли бы тут уже и поставить. Идем дальше. На тебе коробочку, а в ней парик. Интересно, был бы демон в парике. Так, ну сейчас начнется. Эть, пилюли. Эть, неизвестно что, кстати. Неизвестно что. Бомба. Нет. Еще мухи. Что за пилюли? Неизвестно. Уменьшение скорости. Нет, нет, нет. Это неизвестное. Порадуй. Амнезия. Да. Так, что это за артефакт? Это надо точно глянуть. Что-то такое порванное. Чего-то я даже такого и не вижу. А, нет, вот есть. Curse of the Tower. Проклятие башни. Заставляет Айзека наспавнить 6 тролли-бомб на этаже, когда он получает... Урон. А, похоже, как
книга анархиста, нет. Нет. Ну и ладно. Амнезия. Ну, это как бы... Ладно, амнезия так амнезия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и так не видно уровень, а так... Вообще не видно. Ну, наверное, босс куда-то сюда. Ха-ха, монетка, зачем? Повышение удачи. Вот она-то тут и пригодится. Какой гадкий быстрый паучоныш. Все испортил. Повышение здоровья. Хорошо. Это хорошо. Какой гадкий заряжаемый долго сера. И не попал. Обалдеть. И не попал. Вот попал, но уже как бы все равно. Многоголовцы. И червь. И эта штука, которую мы можем взять. А что будет? Что изменится? Что? По-моему, он стал дальше стрелять. Ну-ка, подождите. Конечно, берем. Другое дело, совсем другое дело. Так, ребята, как-то по одному. Выстрел остался заряжаемым, но дальность, это меняет многое. Еще монетки. Хорошо, 25 монет, это да. Дальность меняет многое. Да где же вас так? Почему вы все не сбегаетесь в одну точку? Ну, как-то так. Батарейка, заряжалка. Нет. Только эта штука... Ух ты. Мы вышли из бухты. Что творится? Ну, или так. Хоть половинка сердечка. Кубик D100. Вот это круто. Вот это супер. Но нет. Гиш. И кто-то еще. Два гиша, а может и три. Ну, два точно. Что он делает? Стреляй, вообще обнаглел. Цыпа. Съел. Надо больше сердечек. О, как тут сделали? Что эта комната примыкает к угловой. Ну что-то тут зло какое-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Где-то летает. Вот она. Целый ключик дали. Как здорово. Ну, может, тут где-то? Ага. Ага. Ну, так хорошо. Трелибомбы. Какая нужная вещь. Вот это зло. А вот это точно зло. Вот не знаю. По-моему, не задели нас. И отлично. Босс называется. Вот это зло. Это зло. Однозначно. Ну и хотя бы видно, в отличие от тех тысячи чертей, которые только что были невидимых. Ой. Надо ту комнату назвать Боярский. Комната Боярского. Тысяча чертей.
Ну вот. Где же уже этот босс-то? Вот он. Я зачем сюда зашел-то? Сердечки ищу. Это ты зря так. Сейчас сорвется, он сорвался. Но... Стоп. Какая-то подкова. Так, подкова. Золотая. 15%. Удвоить. Выпадающие в комнате предмет. Ерунда. Короче, пошли так уже к боссу. Ну что, пилюля есть. Все есть. Самое оно. О, лэмп. Ну окей, лэмп. Покажи нам, что ты умеешь. Вообще не надо. Лучше просто сдайся. А у нас щит. И сера. Вот так. Ну, это, конечно, хитро. У него тоже сера, типа, причем такая продвинутая. Вот и все. И это все. Даже ничего не потратили. Ну и понятно, это же нормал. Стандартная концовка. Ну, это мы все видели. Много-много раз. Теперь вопрос. Самое главное. Добавили ли что-то? Да, добавилось. Теперь это же еще и на сложном пройти. Ну хорошо, вот и прошли. А вот и прошли. И часу не... Нет, час прошел. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.